Московский регион накрыл очередной снегопад. В Химках на проезжую часть и во дворы многоквартирных домов выехала коммунальная техника, чтобы вызволить из снежного плена дороги, тротуары и парковочные места. За каждым участком города во всех микрорайонах закреплена своя коммунальная бригада. Рабочие объединенного городского хозяйства бок о бок работают с сотрудниками коммунальных служб. На данный момент производится вывоз снега с дворовых территорий. В работе участвует бригада из 5 человек и 2 единицы техники. По сообщениям синоптиков, выпадет до 12 миллиметров осадков. Это около четверти от месячной нормы. Метель ухудшит видимость до 500 метров. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.